Ну, в первую очередь, хотел бы в такой день поздравить всех мужчин, в частности, болельщиков футбольного клуба «Гомель» с праздником. Прежде всего, хотелось бы пожелать здоровья и побольше положительных эмоций, побольше положительных моментов. Это, наверное, самое главное. Постараемся, конечно же, их дарить, и особенность в сезоне, и не только сейчас. По игре стартовый состав отличался, потому что у нас в течение 6 дней, 20, 23, 26, 3 игры, и старались просто распределить нагрузку, чтобы в большей степени, плюс-минус, все получили одинаково нагрузку, и посмотреть в деле, конечно же, всех футболистов, которые у нас есть в наличии. А впереди осталась только одна товарищеская игра в межсезонье. Оглядываясь на предыдущие игры, на целом межсезонье, какие выводы нужно сделать? Довольны ли вы? Ну, то, что запланировали, конечно, выполнили. Уже вырисовывается костяк, уже вырисовывается обойма основных игроков, поэтому уже более конкретно можно смотреть в сезон и 26-го Сислочу. Ну, наверное, уже будет такая генеральная репетиция перед первой кубковой игрой с Минским «Динамо». А планируется ли еще укрепление состава? Да, мы ждем в строй, чтобы вернулись травмированные Игорь Кузьминок и Влад Дропеза. Вот Саша Макась, он долгое время работал по индивидуальному графику, недавно только влился в общую группу. Мы, скажем так, не форсируем подготовку. Видно, что качественный футболист вышел сегодня, отметился голевым ударом. Поэтому и травмированных ждем, и, конечно же, рассчитываем на усиление, потому что долгий сезон, и надо учитывать все нюансы, и травмы, и карточки, и болезни. Как это не печально говорить, но все это надо держать в уме, на это надо рассчитывать. Поэтому с этим прицелом и дальше, конечно же, будем вести комплектование.